Добрый день! Расскажу вам об одной полезной предновогодней вещи. Как купить вино и купить гарантированно непаленую штуку. Оказывается, все вот эти акцизные марки, которые нанесены на все бутылки, несут одну полезную штуку. Антимонопольная служба или налоговики, не суть важно, выпустили полезную программу. Называется «Антиконтрафакт Алко». Запускаем эту чудесную программку. Во-первых, она выдает места продаж всех алкоголь, всяких алкогольных штук. Если вам надо найти магазин, где это продается, вы не знаете, можно по этой карте очень быстро все найти. Но это не суть важно. Красно-белые и прочие магазины, прочие пятерочки и всякие перекрестки вы и сами знаете. А есть вот такая штука — сканирование. Сканируем акцизную марку. Вот, например, вот этого дела. Прицеливаемся на нее. Как он там? Ну, в приложении. Прицеливаемся. Вот на эту, например. Будет удобнее. Оп. И приложение нам выдает, что это у нас общество с ограниченной ответственностью. Винный дом Фатисаль. Вино с защищенным географическим названием Крым сухой красное, Бастарда 0,75, крепость 13,5 градусов. Берем бутылку. И это, оказывается, Бастарда, торговая марка Агора, как у нас здесь и указано, торговая марка Агора. И если почитать этикетку, то это будет как раз тот сам производитель, винный дом Фатисаль. Берем следующую чудесную бутылку. Нажимаем сканировать. Прицеливаемся. Сканирует наше приложение и выдает, что это общество с ограниченной ответственностью, завод Коктебель. Вино с защищенным географическим названием, географическим указанием Крым сухое красное, Пинофран. Поворачиваем. Пинофран. Вот так. Пожалуйста. И вот эту еще бутылочку, например, отсканируем. Это просто то, что у меня есть под рукой. Она у нас так, прицеливаемся. Как всегда, генеральский эффект. Как только начинаем сканировать на камеру, так сразу же у нас ничего и не получается. Прицеливаемся. Отсканировалось. Прекрасно. Производитель — Ереванский коньячный завод, армянский коньяк трехлетний, Арарат. Даже этикетки. Даже буква вверху ходит. Емкость 0,5, крепость 40 градусов. И правда, это она. Больше того, в этих еще сканированиях выдается, где конкретно куплено. То есть, например, крупные магазины, а это все куплено, собственно говоря, в крупных сетях, в сетевых магазинах, выдается через некоторое время, в некоторых прямо сразу, в некоторых чуть попозже, выдается, что это было куплено в таком-то магазине, на такой-то кассе. То есть, не обдуришь, елки-палки. Все получается нормально. Вот, пожалуйста, можно проверить, настоящее, хорошее ли вино вы покупаете. Ну, то есть, настоящее или не настоящее. Ну, а по делу, сейчас, если покупать в крупных сетях, там, конечно, уже всякой ерундой никто не балуется. То есть, вино покупаешь нормально. Ну, а тут вот Пинофран купил, можно сказать, вот, очень этикеточка понравилась. Ну, Коктебель разливной в Крыму, когда пил, было нормально. А тут, не знаю, попробуем. С Новым годом вас, если вы смотрите меня в Новый год или около него.